что, друзья, едем на Аку с Денисом Миллионовым. Видно тебя? Сфокусировался. Сейчас Дэн покажет какие-то супер-пупер места. Зарядился я больше по щуке, чем по судаку. Вот. Может быть, и правильно сделал сейчас по осенней щуке. Может быть, выстрел какой-то и будет. Поговаривают, что уже там ловится. А тем более на секретных местах, я думаю, что мы точно поймаем что-нибудь. Посмотрим, что у нас получится. Едем с ночевкой. Смотрим. С третьей дорожки взяли все-таки. Так ты на что сейчас взял? 24-й бомб, ну, Герман GG бомб 24-й. Ну, что-то не очень большое. Ну, что-то там поупирался. Ну, подсак не нужен, да? Не знаю. Ну, я думаю, что мы так его возьмем. У тебя поводок там есть? Нет. Нету? А подсак у нас... Подожди, ладно. Ну, там точно не щука трофейная. Рыба или кто это вообще? Может, не рыба? Ну, Дэн, ну ты мне... Рыба маленькая щучка. Если даже сойдет, то не страшно. Все. Вот так вот, короче, вот многие говорят, допустим, как вот, допустим, щуку брать, да? Вот я ее беру, вот все, вот она никуда не денется, блин. То есть здесь вот душишь и все. Под жабры какие-то нафиг под жабры, блин. Смотри, вообще висела на сопле реально. Свечка бы ушла бы. Ну, я поэтому чуть пониже опустил. Так, вот ты зачем это сделал? Я тебя отпускать хотел? Неблагодарная, блин. Ну, слушай, с первой рыбкой, Дэн. Жаб поставлю. Называю жабой. Это олты. Убера вообще не вылетают. Ни один не вылетает. Фурнитура просто бомбическая. Разловить их пока не получилось. Не, реально огонь вообще. Воблеры просто не вылетают. Как я только с ними не изгалялся. Это цвет? Ну, вообще 24-й не цвет, а 24-й... Размер маленький. Размер. Вот они мне всегда лежат в коробке, но всегда я их ставлю, каждую вообще ни одной подлечек, ни разу. Я их уже, так если куда-то, ну, когда-нибудь попаду здесь на клюв, ну, прям принципиально буду ставить. Ты про что сейчас говоришь? Про бомберы 25. 25-й, который? Да. Они не работают? У меня нет. Да вообще рыбу хрен поймешь. Я бы вот на эту прям вообще просто повесился бы, не знаю. Просто сам бы, короче. Снегирь я его называю, блин. Мне очень. Он у Германа такой. Вот. И вот сейчас вот его. У Генезис тоже увидел. Чуть зацеп. Я уж думал, там щупакабра у тебя там. Мамаша отомстить пришла. Сейчас к мамаше, мы сейчас поедем. Когда пахнут руки рыбой, особенно щукой, это лучше любого крема. Судачишка. Братан, как ты сюда попал? My friend. Забираем. Пока пару щучек.
и один мелкий судачок. Как так? Чупакабру на троник. Дэн привез меня в волшебные места. Так, Дэн, здесь, наверное, все-таки возможно, сможешь ее руками взять за хребтину? На. Не сильно, но я с ней разговариваю, угомонись. Успокаиваешь? Да. Красная башка, да? Да. Вот у меня тоже в тот раз на оке вот выручил. Что говоришь? В тот раз тоже на оке выручил. Какая глубина, кстати, была? Глубина небольшая была. Метр 3,5, да? 3,5, ну да, 3,5-4. Чего у тебя в районе 10? А? В районе 10 времени. У меня вот здесь. Давай здесь пойду. Ну, место интересное, яма рядом. Ничего, ну яма рядом, здесь, говорю, здесь полив большой. Ну, в принципе, вот на этом поливе сейчас вот и показывается. Отвыкает, получается такая. А мы до ямы не дошли, блин. Небольшая бровочка. А? Здесь
стояночка их. Монтировать срочно. Да, такое ощущение, что был там крокодилище, блин. Это тихо. Расслабит. Так, что там у тебя за уберочек-то? Челленджер. Только есть X10. Короче, 110L, по-моему, побольше который. Этот, который поменьше. Сейчас покажу. Они оба 110, только один побольше, другой поменьше? Да. Но тут разница в лопатах. Вот они одинаковые. А, не одинаковые, да, разные. Офигеть можно. Придумают же. Сойти. Тра-та-та, тра-та-та. У Илюшки 3 кило. Тра-та-та, тра-та-та. У Илюшки 3 кило. Полтер заловил. Слушай, вполне неплохая такая. Более-менее, говорю. Нет, дрищара. Так, ну теперь отработал вот такой. Олта. Читер. 102-й, да. Да, так называется читер. Такая вот радуга. Ну что, гид, вези нас дальше. Какая глубина была? Миляк вообще, да? Получается там где-то 1-2 метра, и потом плавный такой же спуск. Скорее всего, она вот на этом вот, либо спуск, либо подъем, где вот коряк взял. Потому что мы ее прям, получается, прошли, и у тебя поклевка. Ну, трофея пока нету, да? Трофея пока нету. Так, пока у нас чего? Значит, трон. Это читер. Челленджер, да? С красной, тоже с головой такой. Телесного цвета. Вчера что-нибудь.
вчера. У тебя бомбер. Бомбер был, да. 24-й от Герма, да? Угу. Что-то еще было, по-моему. Берет как-то осторожно. Не проглатывая воблерочек. Можно сказать, за краешек. Непонятно. Башкой. Щучку, наверное, мне все-таки принес. Да, подсадь. Да. Давай, давай, подсадь. Че? Все, ушла. Это наберет, я говорю, прям очень осторожно. Такое ощущение, что она прям висела где-нибудь на этом. Ну, не крокодил был, но не меньше тех. Короче, сейчас мы еще вот здесь пройдем. Палки навалены, будет прям чуть-чуть такие. Камни. Прям там такие валуны большие. Да, да, вот как он начал копать. Да, да, да. Досадный исходик. Все, наша рыбалка с Дэном подошла к концу. Вот. Да, да, ручкой всем помахать. Всем до свидания. В принципе, в целом половили неплохо. Без трофеев, но на оке. Недалеко от Москвы. Не очень. Но говорят, здесь водится большущий крокодил, который нас еще будет ждать. Да. Да. Все, друзья мои. Всем рыбацкой жизни и удачи. Всем пока. Давай аккуратней. Помоги ему за ногу-то, блядь. Серега, давай, залазь нахуй, блядь. Лезу, лезу, лезу. Подтянись. Да поставь ты стакан-то, блин, держи, блин, братана. Да никуда он не денется, он такой, как червяк.